Авария случилась в половине шестого утра. На подстанции «Театральная» сработала система защиты. Без света осталась вся центральная часть Рязани. Улицы Есенина, Ленина, Радищева, Горького, Фрунзе и Введенская. Отсутствие электричества сказалось и на движении общественного транспорта. Троллейбусные маршруты номер 3, 5 и 13 были остановлены. На линию вышли 5 троллейбусов на автономном ходу. 2 на маршруте номер 13 и по одному на маршрутах 5Н, 5В и номер 3. По прошествии 10 минут были направлены оперативно-выездные бригады нашего предприятия «Прогресс» для выяснения причин отключения и для установления электроснабжения. В ходе оперативной работы было определено неисправное состояние кабельных линий питающих фидера номер 1782 подстанции «Театральная». Эти кабели, их неисправное состояние было определено, они были видны из схемы электроснабжения, и электроснабжение потребителей восстанавливается по резервной схеме электроснабжения. На восстановление электроснабжения у энергетиков ушло около 6 часов. Где-то свет дали чуть раньше остальных, и в 11:55 электроснабжение центра города было полностью восстановлено.